Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас будет интересная очень передача. Я думаю, что есть художники, о существовании которых, о творчестве которых многие даже и не слышали, и не подозревают. И иногда это удел либо искусствоведов, либо очень увлеченных людей. Сегодня мы находимся в старом английском дворе, который входит в число парков музея Зарядье, здесь, в Москве. А выставка художника Александра Алексеевича Борисова. Александр Алексеевич Борисов, я думаю, что многим не знаком, в силу того, что, конечно, мало популяризирован, хотя при жизни слава была его огромная. Ему рукоплескали не только в России, цари, императоры, за рубежом. И его выставки пользовались большой популярностью. Третьяков Павел Михайлович купил порядка 60 его картин. И сегодня в коллекции Третьяковской галереи в постоянной экспозиции нет ни одной. Я думаю, что это тоже большой фактор, и мы об этом тоже будем говорить с научным сотрудником музея Арктики Архангельска, из города Архангельска. Музей специализируется на северных наших территориях. Это Иван Александрович Катышев. Я думаю, что если мы что-то, допустим, упустим, вы всегда можете поправить, потому что вы специалист высокого уровня, человек увлеченный, человек, так как можно сказать, на своем месте. И тема-то ведь, как я уже сказал, она по сути эксклюзивная. Когда вот вы начали увлекаться Борисовым? Ну так вот, не взирая там на какие-то предпочтения другие, вот именно Борисова узнали, и как вот он? На самом деле для уроженца города Архангельска, для человека, который 10 лет ходил мимо музея художественного освоения Арктики на работу в Северный морской музей и все время задавался вопросом, что это за странное такое словосочетание «музей художественного освоения Арктики». Вот я доформулировал и недоформулировал. Да. Художественное освоение Арктики, потому что освоение бывает разное, а художественное освоение Арктики. Да, и на самом деле даже для меня стыдно до сих пор, вы верно заметили, это вопрос популяризации известнейшего ранее человека. И вот 3 года назад Майя Владимировна Миткевич, директор музейного объединения Архангельска, предложила возглавить музей художественного освоения Арктики имени Борисова. И 3 года, можно сказать, мы идем, и первой важной вехой стала именно выставка, на которой мы сейчас находимся в пространстве старого английского двора, выставка, которая называется «Искусство в экспедиции. Исследователь и художник». И картины Борисова стали ядром этой выставки. Мы уже буквально год встречаемся с искусствоведами на различных конференциях, больше года, да, два года. И вот 2 года назад мы познакомились с куратором этой выставки, профессором Строгановского университета Кириллом Николаевичем Гаврилиным, который очень увлекся искусством Севера. Он спродюсировал и создал не одну выставку, посвященную северным народам. Он несколько лет уже сотрудничает с фондом Норникеля, который спонсировал эту выставку. И вот таким вот образом мы вплели и сделали главной нотой, главным мотивом 16 полотен, оригинальных полотен художника Борисова, 2 полотна Писахова, 2 работы первого ненецкого художника Тыковылки, 1 картину и фотографии Пенегина. И удивительным образом здесь же, в пространстве этой выставки, мы встречаем Малевича, мы встречаем французскую карикатуру, мы встречаем печатную графику, мы встречаем народный костюм, мы встречаем макеты северных жилищ, становищ и факторий, а также
также встречаем предметы быта русского севера, такого деревенского рядового быта, которые выглядят как произведениями искусства. И наша задача в старом английском дворе сделать такой мотив севера, пригласить. Да, вдалеке от Арктики посетите Арктику, вдохновитесь и приедьте. Потому что именно в этом заключалась миссия Борисова. Его картины стали первыми цветными изображениями Арктики в мире, написанными с натурой для тех людей, которые в Арктике никогда не были и вряд ли там окажутся. Ну, вот смотрите, вот это словосочетание, которое уже такое расхожее, русский север. Вот как пароль для некоторых людей. Был на русском севере, не был знаком, не знаком с этой огромной территорией, включающей фактически и Вологодскую, Архангельскую, Коми, отчасти там Ненецкий округ. То есть вот русский север, он очень огромен. И всегда, когда люди говорят о русском севере, что-то сужают и имеют в виду какой-то конкретный участок, где они были, где им нравится. Вот, кому-то более дикая природа, вот эти скалы, вот эти протяженные дали, кому-то льды, да, тундра, а кому-то русское деревянное зодчество, архитектура, там, речки типа Онега. Да, а кому-то кто-то ищет жилье, как люди жили, уклад жизни. То есть сейчас я о чем это говорю? О том, что художник, в данном случае Борисов, сплав вот мастера художественного творчества и этнографа, исследователя, что очень редко бывает. Вот я, поскольку сам художник, и русский север для меня понятие родное, сам изъездил очень много. Я прекрасно понимаю, что большинство художников, которые просто ездят порисовать, они не являются исследователями, в отличие от Борисова, допустим, да. Исследователь, ну, можно кого назвать? Верещагина можно назвать исследователем, да. Тоже, кстати говоря, из Череповца. Тоже посетитель севера, да, путешественник. Да, вашего региона. То есть человек-исследователь, ему интересно все, кроме ландшафтов, быт людей, одежды, привычки, кухня даже. Да? То есть фактически вся жизнь этой местности. То есть мне очень радостно, что сегодня в Москве эта выставка, потому что я надеюсь, что будет какая-то более широкая аудитория, и посредством телеканала «Союз», я думаю, мы привлечем значительное внимание, потому что, мне кажется, Борисов незаслуженно забыт, и как-то популяризировать нужно и должно. То есть, вот как вы считаете? Да. А как раз, когда вы задали вопрос по поводу, как люди приходят к Борисову, как я пришел к Борисову, вот продолжая эту тему, да, это момент, когда ты листаешь какую-то книжку. Вот мы живем на севере, да? Нам в школе, в детском саду дают там атлас севера. Да? Вот, пожалуйста, там Беринг открыл, Петр I, значит, провел дорогу, Иван Грозный основал город и так далее, Архангельск. И вот где-то северные льды Борисов пролистнул, увидел, забыл. Вот. На самом деле, действительно, сейчас мы, можно сказать, хоть эта работа и началась в 2001 году, а специалисты, исследователи, краеведы, племянник Борисова Николай Петрович написал книгу, биографию Борисова в далеком 76 году, все равно эта тема очень узкоспециализированная. И сейчас мы переориентировали наш музей художественного освоения Арктики больше на въездного туризма, потому что рост внутреннего туризма, на север потянулись люди, которые посмотрели уже весь мир, Европу, Турцию, Египет и так далее, приезжают на север, вроде бы Россия, но совершенно другая. Более того, как вспоминаем письмо Мамонтова супруге из Архангельска, он пишет: «Дорогая, ты обязательно должна приехать в Архангельск, именно здесь ты вновь полюбишь Россию, и ты обязана его увидеть, потому что здесь я увидела
увидел Россию по новой, той самой исконной. Вот. И действительно, мы смотрим на Борисова, мы возвращаем нашу историю, и мы ее показываем вам. И очень приятно, что все больше и больше людей включается в эту орбиту не только на конференциях, но и на лекциях, на встречах, на интервью, на записях подкастов. Я про наш музей слышал только два мнения. Два. Абсолютно противоположных. То есть посередине практически никого не было. Первое мнение. Наш музей очень специфический. Картины Борисова развешаны в интерьерах. То есть стены музея, потолок, пол, инсталляции в виде льда, в виде каких-то экспонатов. Это все дополняет картины. Это все рассказывает какой-то этап жизни Борисова. И ценители искусства не любят смотреть картины на каком-то фоне. Допустим, если не просто стена, там Пушкинский серый, да, а это изображение северного леса, да, это оттягивает взгляд, это мешает людям воспринимать пейзаж художника. Они ругаются, дескать, зачем вы такие прекрасные полотна показываете на фоне цветных стен? С другой стороны, люди приходят, уходят, и те выходят из нашего музея через 2 часа, то есть они заходили на 15 минут, и вторые выходят, что действительно такого музея-галереи внутри дизайнерского художественного пространства, ну, такого по миру, наверное, не сыщешь. То есть мы привыкли живопись видеть в строгих галереях, историю, которую условно начали Морозов и Третьяков здесь вот рядышком. Вот, мы ее показываем немножко по-другому. Поэтому, да, Борисов возвращается на свое заслуженное место, туда, на вершину, к своим учителям, Шишкину и Куинджи, к своим одногруппникам, Рериху, Столице, Рушицу. И мы считаем, что это очень заслуженно. Через 3 года нас ждет масштабное событие, 160 лет со дня рождения Борисова. И нам бы очень хотелось вывести юбилей русского национального живописца на федеральный уровень, показать его всему миру, потому что это первый в мире художник, русский художник, уроженец севера, крестьянский мужик, который показал всему миру эту Арктику. Ведь люди думали, что это холодная бескрайняя белая пустыня, но мы смотрим на его работы и видим все градации: голубой, бирюзовый, синий, сиреневый, фиолетовый. И это все снег. Это только снег. Я не говорю про лед, я не говорю про горы, я не говорю про скалы, я не говорю про море, я не говорю про белых медведей, я не говорю про немцев, чумы и так далее. То есть... Ну, тогда начнем о его жизни, житие. По сути дела. Расскажите, да, действительно, становление было очень удивительно. Фактически из бедной семьи и... Не из бедной. Ну, вы знаете, это такое... Историю нужно сравнивать. Относительно. Все должно идти относительно. Вот я, как и Борисов, в юности оказался на Соловках. Это была моя такая первая масштабная поездка, а у Борисова это был вообще первый выезд из деревни. И вот представьте, Соловецкий монастырь, который поднимается из вод Белого моря, который был построен специально для вот этого эффекта, ощущения святости в заброшенном диком месте. И вот и он молодой, и я молодой, мы оказываемся там, и мы видим эти огромные валуны, эти стены, эти храмы. И мы даже начинаем строить какие-то теории заговора, какие-то великаны только могли построить эти стены. Простому человеку там в 16 веке это невозможно. А что происходило в 16 веке? В 16 веке Нотр-Дам-де-Пари уже стоял лет 300. Вот. И богатство семьи или бедность северной семьи – это тоже относительный вопрос. Северная Двина, на берегах которой родился в 866 году Борисов, это место, которое еще до Петра стало такой торговой европейской улицей. Самый кратчайший маршрут из Европы в Азию пролегал через монастыри, деревни, погосты вдоль Северной Двины. Тем не менее, приходилось собирать и на учебу, и на жизнь семьи. То есть фактически оказаться-то там он оказался, и потом он стремился туда.
стать иконописцем, он даже стал. Вот вы знаете. То есть это ведь паспорт себе нарисовал, да? Какое-то свидетельство, да, чтобы туда вот стремился. Смотрите, душой. Мы не можем сказать, что он хотел стать иконописцем. Вот однозначно в его биографии нет такого ответа. Не то, чтобы хотел, но то есть из предоставленных вариантов, что да, было? Это только одно. Рисовальная школа иконописной палаты Соловецкого монастыря – это единственная возможность была вырваться из крестьянского круговорота жизни. Да. И он воспользовался этой возможностью. И именно на Соловках, где, ну, по сути дела, что такое рисовальная школа? Это представительство Императорской академии художеств. Там была полноценная школа рисунка, там были методические пособия. У нас в музее сохранился рисунок Борисова 885 года. Это торс Экарше, то есть, пожалуйста. Он не лики святых пишет. Тебя до ликов святых никто не допустит. Тебя даже не допустят. Да, тебя не допустят даже для написания одежды или фона. И первоначально Борисов занимается рисунком, профессиональным рисунком. Ему преподают не монахи, не иконописцы, а приглашенные из больших городов, из Архангельской, из столицы, из Санкт-Петербурга художники. Ну а потом его работы замечают, и тут тоже интересно, кто замечает. Да, великий князь Владимир Александрович Романов. Есть интересное интервью, точнее не интервью, воспоминания журналиста, который сопровождал Романова в той поездке по северу. Романов был с супругой, с Марией Павловной. 9 часов пробыл великий князь на Соловках. Пароход пришел утром, вечером ушел. 9 часов, но 5 из них он беседовал с учеником Борисова. Вот. Ну и, видимо, мы считаем, что именно великий князь, который тогда имел прямое отношение к Академии художеств, президентом Академии художеств, он приглашает его учиться. И тут, кстати, любопытная судьба. Это, по сути дела, судьба. Это повезло. Да, но не великий князь все-таки вывез Борисова с Соловков, потому что великий князь дал Борисову, показал ему лебедя в небе, вот, возможность. Это уже, да. Да, а, конечно, вы верно заметили, несмотря на то, что мы говорили про относительное богатство, то есть семья Борисова была крепкая. Не богатая, но крепкая. Если сравнивать там со средней Тверской губернией и так далее, у них земли было много. Не потому что эта земля была плодородной, а потому что ее нужно было много. Они косили сено, они заготавливали сено, нужны огромные угодья. Вот. Ну и сил, конечно, нужно было вкладывать много. Но денег на учебу, на жизнь в Питере, конечно же, не было. Да и отец был против. Вот. И вы верно заметили, Борисов идет на хитрость, причем дважды. Первый раз он тайком выезжает на Соловки втайне от матери и ставит ее перед фактом, что он не вернется с этого богомолия. И второй вопрос, что у него же в кармане был паспорт, его дядя, брат его отца, ну, каким образом он его уговорил, что ему посулил, может быть, правду сказал. Вот. Хочется верить, что правду. И там, его дядя, который был сельским старостой, пошел навстречу и выписал этот паспорт, это разрешение. Но ведь потом, уже через 2 года, Борисов пишет отцу письмо, потому что поступить в академию нельзя было без отцовского разрешения. Паспорт – это разрешение на выезд. И отец дает ему это разрешение. Благословение, фактически. Да, фактически. Ну, это да, это был прямой документальный аналог отцовского благословения. Борисова с Соловков вывозит Боголюбов, не художник, а инженер, человек из свиты императора, коллекционер искусства. И Боголюбов... Именно Боголюбов знакомит Борисова с виднейшими инженерами того времени. Это Кази, это Еловецкие и это Витте. Да, вот прямо аналогия напрашивается. Все северные самородки, начиная от Ломоносова, да, с обозами рыбы и Борисова, включая того, что да, как-то вывозится на большую, так скажем, землю, столичное пространство, и
достигают больших высот. Вот, с одной стороны, да. Пассионарное вот это стремление, оно, видимо, больше. То есть как пружина, которая там была сжата с большим потенциалом. И вдруг она получила благодатную почву. Это если смотреть отсюда. Если смотреть оттуда, это не кажется самородком среди пустой горной породы. Ни в коей мере. Эти люди, ведь, например, в 25 километрах от того места, где родился Борисов, через буквально несколько лет родится Александр Иванович Вахромеев, ученик Репина, один из первых, кстати, советских таких популярных художников, но, к сожалению, он очень рано умер, в 26-м году. Вот. Рядышком, буквально в 3 километрах, задолго до Борисова родился некто Самсон Суханов, каменщик, который создал стрелку Васильевского острова. Вот. То есть Ломоносов, да, и так далее. Может быть, на севере таких людей, может быть, их по всей России ровно, может быть, их по всему миру ровно. Вот. Просто кому-то дома сидится, кто-то становится гением места, кто-то выезжает, например. Ну вот тоже костромской такой самородок из Калагриева, Ефим Чесняков. Mm-hmm. Тоже купцы собрали ему на дорогу, тоже в Петербург, собрали денег, он фотоаппарат купил. Вот. Тоже у Репина ходил на подготовительные курсы, занимался. Тоже это сложилось вот в этом году 150-летия Ефима Чеснякова. А вот тоже сейчас вот предстоит его открыть довольно широкой публике. То есть, что делал, допустим, Савелий Ямщиков в свое время, да? Я думаю, что и вот эта выставка ваша тоже является открытием для кого-то. И это замечательно. Может быть, кстати, я с вами соглашусь, может быть, хорошая система поиска талантов. Ну, вот если бы она сегодня, допустим, была активна. Я думаю, ну, талантов очень много в стране. Талантов много, да. Но, видимо, запросов в государстве немножко не сориентировано на эту, в этом направлении. Борисов долго не находил своего запроса от государства. Вот. Даже вот этот момент, почему же он выбрал Арктику. Причем важный момент, да, вот вы в самом начале беседы упомянули русский север. При жизни Борисова эта территория называлась крайний север. Русским мы ее называем сейчас, просто не совсем верный термин, а куда мы денем самов, зырян, немцев и так далее. Да они все русские. Потому что русские – это не национальность, а состояние. Ну да, это легендарная история с Архипом Ивановичем Куинджи, когда его доставали, и он ответил, что я русский. То, что Борисов оказался в кругу таких влиятельных и маститых художников, как Шишкин и Куинджи, это счастье просто было для художника. Мог бы попасть в другую художественную среду. Я думаю, что мы отдельно этого коснемся, потому что вот наша первая передача уже заканчивается. Вот, время-то оно неумолимо. И мне хочется вот развернуть в дальнейшей передаче вот именно с такой преемственностью в искусстве. Потому что мы знаем художников-последователей Ивана Ивановича Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи. И поскольку вот Борисов учился и того, мы, я думаю, что в следующей передаче с этого и начнем. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание, потому что мы эту передачу продолжаем. Всего вам доброго и до следующей встречи.